Вы когда-нибудь задумывались о том, что обычное дерево может передать контраст чувств и эмоций? В Московском архитектурном институте 27 сентября открылась выставка «Мой архаический север». Я обращу ваше внимание, что левая часть, она такая черная, северная, архаическая. Ну, от меня левая. А эта часть вся такая яркая, более светлая, с этими ковриками завершающимися. В общем, две вот стороны реальности, которые Александр Павлович соединяет в арте и в жизни. Название экспозиции связано с многолетними путешествиями автора по северным городам. Александр Павлович Ермолаев – советский и российский художник и преподаватель. Я себя чувствую связанным с историей, с вечностью, с материалом, с природой. А это и есть язычество. Человек, который не мозгами там соображает и придумывает себе что-то, а он как бы действует естественно, так, как ему подсказывает природа, обстоятельства, ситуация. Сын Александра Ермолаева активно принимал участие в организационных моментах. Он также дал комментарий. Выставка – это о стыке северной минимализма, южной энергичности, а как бы язык вокруг этого, он очень такой формальный, о форме, о цвете, о материале, в общем, вот это то, что очень тактильно, визуально и минимально сюжетно. Не про литературу, не про образы какие-то там очень большие. Они тут есть, они более тонкие, они там странные, не очень очевидные, но это есть такая как раз мета-тема, мета-уровень, который очень характерен для нашего времени. В центре внимания – работы его учеников, рядом с которыми находятся их портреты в дереве. Экспонаты впечатлили многих гостей. Вообще-то, всегда, когда, наверное, я попадаю на выставки, у меня сразу же ощущение, что мне хочется самой что-то делать, и ощущение того, что я хочу тоже творить, потому что я архитектор-дизайнер тоже по профессии, только сейчас закончила институт, вот, и всегда наступает такое выгорание, когда ты уже не можешь ничего делать, тебе кажется, тебе уже неинтересно, вот, и когда ты присутствуешь на таких выставках, где ты видишь, что человек 80 лет создает такие вещи, это выгорание сразу немножко отступает, и хочется продолжать тоже заниматься творчеством. Это очень здорово. Выставка продлилась до 10 октября. Ознакомиться с творчеством Александра Павловича, а также узнать о предстоящих мероприятиях можно в инстаграме арт-мастерской.